Всем привет, сегодня мы будем снимать квест за Лолу. Сейчас посмотрим, как называется. Выиграть будет 3 раза с большим Лолой. Лолу. Лола, короче. Так, в любом режиме я хочу в этой горячей зоне. Давайте. Поехали. О, уже карта началась. Просто одним движением руки. Так, я пойду, по моей привычке, я пойду наверх, к ним. Ого, я Барлика вольнул. Но вам-то не устоять против меня. Так. О, сейчас будет двойной урон. Вы, наверное, задаваетесь вопросом, почему я прохожу квесты? Я же уже получил вроде неделю назад своего Отиса. Так вот, я хочу на него скин. Фараотис. И этот сериал будет называться «Путь к Фараотису». Двойной удар. Изи. Все сюда только. Ну вам кранты! А, нет. Это мне кранты. Отлично. Бац. Так. А клон будет подхилю? О, да, подхилился. Клон. Барлейчик, ты тут вообще не вместо. Не вместо преступлению. Ха, победа. Изи. Даже Барлейка кинул в меня что-то. 2 раза осталось. Так. Отлично. Дальше идем. Нам нужно еще 2 раза выиграть. Легко. Легко. Так, о, с нами Бас и Гриф. И Лола, за кто я играю. Они, а, кто-то додумался все-таки. Лёля, Лёля, ты как там? Блин, хотел увольнуть её. Против нас Лу, Воронёнок и... За которой я играю, Лола. Ну и Воронёнок, конечно же. Тебе гранты, Воронёнок. Так и знал, что прыгнет. Но им кранты. Ведь у меня клон, а у тебя ничего, Лола. Ясно у тебя, ясно тебе. Двойной урон. Давайте вот так вот. Блин, давай, давай, тупит. Так, давайте каким-то чудом мы проигрываем. Ну ладно. Просто немножко залагало, ничего страшного. Так. Вороненка бы вольнуть сейчас. Но хотя я бы хотела лучше подлечиться. А лучше вот так вот. Так, отлично. Буду крутиться с дизлайком. Мистер Дизлайк, это я. Его еще 1 раз выиграть. Класс. Классно. Изи. Делается это. Блин, против нас Нани, Гавс вроде. И Фрэнк. Если, да, Гавс есть. И Фрэнк. Ха. Это по моей памяти было. Блин. Блин. Короче, я понял. Сейчас я выскакиваю и... Валю Нани! Фу, Нани. Практически посередине. А. Офигеть, вау. Я валю Фрэнка.
Давай подлечимся. О, спасибо. Тебя я буду исцелять. Уи. Иди. Так, давайте на ней сейчас вольнем на изи. На раз-два. Бабл. Так. О, неплохо. Хотела, наверное, так. Сбил. Гавс, молодец. Извини, Гавсик, но ладно. Тебе так и будь. Так и быть, помогу тебе. Но я только пом... А, ладно. Сам справишься. Ну ладно. Я Гавсика тут зайду. Кажется, что... Казалось бы, что клона не было вообще. А урон был вообще двойной. Так, квест выполнен. Да, кстати, я уже сегодня играл. Так что квест на Отиса я уже сделал. Ну, на этом все. Всем удачи, всем пока-пока.